Здравствуйте, дорогие подписчики, гости моего канала. Меня зовут Юлиана. 24 ноября. Магическое новолуние, которое исполняет все мечты. Сегодняшнее видео вы все узнаете. Время, когда Луна полностью исчезает с небосклона, является очень важным, поскольку именно в этот момент энергия ночного светила обновляется, открывая новый лунный месяц. Издавна известно, что этот магический период оказывает сильное влияние на эмоциональный фон большинства людей, влияет на состояние организма. Чтобы день принес вам только пользу, важно знать его особенности и соблюдать рекомендации, которые помогут привлечь удачу. Тогда новолуние 24 ноября, наступающее в час 57 в знаке Стрельца, принесет вам только позитивные события. Особенности этого новолуния. Последнее осеннее новолуние 2022 года является благоприятным, позитивным, поскольку Луна в эту пору находится в знаке Стрельца. Оно перезапускает энергетические процессы, освобождая вас от накопленного негатива, дарит оптимизм и позволяет взглянуть на события свежим взглядом. В этот день вы получаете возможность начать новую страницу своей жизни, оставив позади все, что причиняло боль и мешало двигаться дальше. Новолуние Стрельца является мощным источником вдохновения, позволяет гораздо лучше обрабатывать информацию, усиливает проницательность. Несмотря на недостаток энергии, вы ощутите внутренний подъем, которому не помешает даже быстрая утомляемость. Кроме того, в эту пору усиливается стремление к справедливости, поэтому люди готовы прийти на помощь, даже жертвы собственными интересами. В эту пору люди особенно сильно зависимы от социума, усиливается эмпатия. Поэтому, если вам грустно или тоскливо, обратите внимание на свое окружение. Возможно, кому-то из близких необходима помощь или поддержка. Старайтесь проводить больше времени в кругу семьи и с друзьями. Одиночество может стать причиной депрессии и упадка сил. Однако, несмотря на позитив, свойственный этому новолунию, оно несет определенную опасность. В этот день необходимо сохранять критическое мышление, избегать излишне оптимистичного отношения к событиям. Под влиянием Луны усиливается эмоциональность, мешающая рациональному подходу, поэтому имеется риск переоценки собственных возможностей. Избегайте поспешных решений, действуйте осмотрительно. Чем заняться в это новолуние? В это ноябрьское новолуние особенно благоприятны путешествия и перемены. Разумеется, не стоит их начинать именно сегодня, поскольку энергии для новых дел пока недостаточно. Однако вы можете подготовиться к приятным событиям. Составьте подробный план действий, выберите маршрут поездки, ознакомьтесь с отелями или присмотрите жилье в аренду. День идеально подходит для творчества. Муза постоянно нашептывает новые идеи, которые не терпится воплотить в жизнь. Поэтому дерзайте. Конечно, вряд ли вы создадите вторую Джоконду, но попытаться стоит, тем более, что искусство положительно влияет на восстановление энергии и внутреннюю гармонию. А созданные по самому вкусу поделки или картины прекрасно впишутся в интерьер квартиры. Займитесь небольшой уборкой, чтобы очистить пространство. Разберите вещи, выбросьте или раздайте все ненужное. Сделайте небольшую перестановку, чтобы очистить свое пространство. Протрите пыль. Для очищения зажгите свечку или благовоние. Позаботьтесь о своем здоровье. В новолуние организм особенно уязвим, поэтому исключите употребление алкоголя. Откажитесь от курения. Отдайте предпочтение здоровой пище. Рекомендуется умеренная спортивная нагрузка. Не увлекайтесь физической активностью. Больше отдыхайте, отложите занятия, требующие больших затрат энергии. Чего делать не рекомендуется. Время новолуния не подходит для начала новых дел и проектов, поскольку энергии пока недостаточно, а повышенная эмоциональность может стать причиной ошибок. Поэтому не стоит приступать к новым задачам, а лучше займитесь завершением старых. В это новолуние, благодаря влиянию созвездия Стрельца, повышается тяга к авантюрам. Поэтому проявляйте бдительность, не доверяйте незнакомым людям и откажитесь от сомнительных сделок. Походы по магазинам также лучше перенести. Позитивное настроение благоприятно влияет на творчество, однако не способствует рациональному подходу к финансам. Велик риск приобретения ненужных или некачественных вещей, поэтому исключите все незапланированные траты. В день новолуния нельзя поддаться негативным эмоциям. Благоприятное влияние Луны Стрельцы делает их маловероятным, но все же не стоит давать волю чувствам. Помните, что окружающие сегодня особенно впечатлительны,
Обиду может вызвать даже не очень удачная шутка, поэтому будьте сдержаннее. Несмотря на общий позитив дня, сегодня нежелательно общаться с руководством, а также находиться в людных местах. Также это неподходящее время для новых знакомств. Признание в любви и первых свиданий. Проводите время в небольшой компании близких, а общение с незнакомцами сократите до минимума. В период новолуния все обряды становятся многократно сильнее. Поэтому не упустите возможность изменить свою жизнь в лучшую сторону. Это лучшее время для улучшения материального положения, исполнения желаний. Однако помните, что приступать к магическим практикам нужно в хорошем настроении, а ваши намерения должны быть исключительно благими для привлечения богатства. Вечером подойдите к окну. Если есть возможность, выйдите на улицу, либо на балкон. В руках держите монету достоинством в 1 рубль. Затем скажите такие слова. «Месяц молодой, вот тебе рубль целковый. Ты его забери, а мне достаток в дом принеси. Пусть отныне в моем доме деньги не переводятся, все к моему порогу сходится. Бедности мне больше не знать, в изобилии жизнь проживать». Истина. Проговорить нужно 1 раз, этого достаточно. Затем сразу бросайте свою монетку на землю. Все. Уже ближайшие 2 недели Луна пошлет вам несколько шансов увеличить свой доход. Не упускайте их. И, конечно, загадываем желание. Вам понадобится белая свеча и уверенность в своих силах. Останьтесь в одиночестве. Попросите близких не беспокоить вас. Зажгите фитиль и, глядя на пламя, как можно четче сформулируйте свое желание. Не произносите его вслух. Воссоздайте образами, представляя в мельчайших деталях, чего именно вы хотите. Пока ваша свеча горит, продолжайте транслировать свои желания Вселенной. Когда пламя потухнет, спрячьте огарок и постарайтесь выбросить из головы все мысли о желаемом событии. Ваши мысли могут стать преградой на пути к воплощению задуманного. Поэтому расслабьтесь и отпустите ситуацию. Как правило, желание после этого ритуала исполняется очень быстро, не позднее следующего новолуния. Когда это произойдет, сожгите спрятанный огарок, чтобы создать семью. Этот ритуал подойдет как тем, кто еще не встретил свою вторую половинку, так и кто уже встретил любимого, либо любимую. Эта практика действует безотказно, но потребует от вас определенных навыков. Вам нужно в течение всего дня, если вы в отношениях, купить любой подарок, чтобы ваша вторая половинка приняла этот подарок. Если вы одиноки, то покупайте ту вещь, которая вам нравится. Покупайте ее для дома. Далее, когда вы купили вещь, принесите домой, зажгите свечку. Держите свой предмет в руках и говорите такие слова. «Я подарок для жениха купила, его к себе пригласила. Месяц юный, мою судьбу найди, его ко мне приведи. Пусть он ко мне придет, мой подарочек себе возьмет, а меня замуж позовет». Вот проговорить нужно 3 раза. Оставьте после этого вещицу на подоконнике, желательно на сутки. На следующий день, если у вас есть уже избранник, вручите ему свой презент. Если любимого пока нет, оставляйте свое изделие на подоконнике. В скором времени в вашей жизни появится хозяин подарка.